Действительно, друзья, размышлять всегда тяжело, правда? И знаете, что интересно? Что наше поколение, вот современное, оно все больше и больше разучивается размышлять. Замечали это или нет? Мы привыкаем к тому, чтобы нам давали результаты размышлений. Ой! Все живы-здоровы. Это была атака, Сергей Михайлович, после хорошего комментария, но неудачная. Аллилуйя! Боже, спасибо Тебе, что Ты бережешь нас от всяких атак. Спасибо Тебе, Господи, что Твое лицо обращено к нам. И мудрость, она, Боже, приготовлена от Тебя для тех людей, которые хотят ее познавать. Боже, мы эти люди, мы хотим познавать Твою мудрость, мы хотим, Господи, учиться от Тебя, хотим, чтобы Ты вкладывал ее в наши сердца, Боже, и преображал нас. Господи, научи нас смотреть глубже, научи нас смотреть дальше, научи нас видеть природу вещей, природу событий, Господь. Научи нас видеть Тебя во всех моментах нашей жизни, Господь, как в добрых, так и те, которые приносят нам печаль, Господь, и даже слезы. Научи нас видеть Тебя рядом, Господь, как того, кто держит за руку, того, кто несет нас на руках, того, кто оберегает нас, Боже. Мы, Боже, очень сильно нуждаемся в Тебе. Нуждаемся в том, чтобы Ты, Господь, был нашим Богом, а мы были Твоими детьми. Во имя Иешуа Мессии. Амен. Амен. Хорошо, друзья. Я хотел бы поделиться с теми вещами, которые Бог полагает на мое сердце. И вы знаете, эта неделя была для меня особенной, потому что в течение, даже в несколько недель, в течение вот этого времени я размышлял о вещах, которые не всегда просты, ну вот в понимании обычно вот нашего человеческого разума. Я не могу сказать, что я вот до всего додумался, не могу сказать, что у меня есть все ответы, но тем не менее я хотел бы поделиться с вами тем, что вот Бог мне показывал. Вы знаете, что в нашей жизни существуют такие вещи, которые не находятся в нашей власти. Правда? Ведь согласитесь, на самом деле мы не знаем, например, когда придет день нашей смерти. Ну, хотели бы знать, наверное, хотя не все люди, честно говоря, хотели бы, но мы не знаем, правда? Это не в нашей власти. Бог не открыл нам это. То же самое Бог говорит: вы не знаете, когда придет день суда. Может быть, ты бы и хотел знать, но ты не знаешь. Вообще было бы неплохо, да? Мы бы завели себе часы такие, которые отсчитывали бы обратный отсчет, и мы с вами бы могли где-то расслабиться. Потому что мы понимали, отлично, еще осталось 3000 лет там или 2000 лет. Ну, как минимум должны пройти еще какие-то события там. Это все несерьезно, то, что происходит. Ешь, пей, гуляй, душа. На самом деле мы не знаем. И когда это произойдет? Первая церковь, ранняя церковь, она была готова уже тогда. Когда они писали друг другу письма, они говорили о том, что слава Богу, вот я знаю, что эта церковь уже готова. Я надеюсь, вы тоже будете готовы. Вы понимаете, да? Мы просто знаем, что когда-то это произойдет. И когда мы смотрим в Писание, мы видим там, что существуют такие понятия, которые, как бы мы к ним ни подходили, с какой бы стороны мы вокруг них ни стояли, как бы с бубном мы ни плясали, это тайна. Вы понимаете, да? Это тайна Божья. И мы не будем знать, скорее всего, ответа до той поры, пока мы не придем в Божье присутствие. У меня следующий вопрос: нужны ли будут нам потом эти ответы, я не знаю. Вы понимаете, да? Потому что я думаю, что когда человек приходит в присутствие Божие, многие вопросы, они просто отпадают сами собой, потому что приходит определенное знание от Него. Итак, все, что нам остается, это смотреть в будущее, ожидать Божьего объяснения о том, что в вечности, ну, ожидать просто, что в вечности придет понимание каких-то вещей. И вы знаете, что иногда так люди увлекаются вот этими тайнами, что они забывают о тех вещах, о которых Писание многократно и ясно говорит нам.
Было у вас такое? Нет? Может быть, вы встречали таких людей. Вот он находит какое-то место Писания, и начинается целая такая заморочка, можно так сказать, в голове. Он и так, и сяк, и пятое, и десятое. Ну как же это понять? Ай-яй-яй. Но ведь вот то, о, умные слова какие-то. И вот так вот смотришь и понимаешь, человек, ну, такими серьезными категориями пытается мыслить, но простые вещи, такие как любовь, взаимоотношения, понимание друг друга, просто игнорируются. Вы понимаете, да? То есть, иными словами, чрезмерное увлечение вот этими тайнами, оно не всегда полезно. Уловите, уловите смысл. Мы должны расти, мы должны размышлять над Писанием, но если мы понимаем, что мы приходим к чему-то, что сокрыто перед нами, то это не повод терять веру. Это не повод не делать тех простых вещей, которые на самом деле непростые, вы понимаете, да? О которых Бог снова и снова говорит в Писании. Мы очень легко готовы, например, осуждать человека, который прелюбодействует, но при этом мы спокойно смотрим на человека, который действует в гордыне. Понимаете, да? Мы видим какой-то, ой-ой-ой, посмотрите, он вышел, закурил после служения. Фу, выкинь, выкинь, фу. Бог хочет, чтобы ты не курил. Как это возможно? А? Ничего страшного. Послушай, ну, я не оправдываю, услышьте меня, курение, но тем не менее, по сравнению с гордыней, это не проблема. Потому что курение, как и кофе, как и многие другие привычки, оно разрушает, оно не должно быть в нашей жизни. Но тем не менее, поверьте мне, избавиться от курения намного проще, чем от гордыни. Понимаете, да, друзья? Мы становимся вот такими вот странными, такими вот специалистами по святости. Вот то, что вот такое, нам глаза режет, а остальное, наше сердце необрезанное, ну, как бы, а что ж вы хотите? Это часть нашей жизни. Итак, мы видим, что есть вопросы, которые снова и снова приходят к нам из Писания. Снова и снова Бог об этом говорит. И тем не менее, тайны. Почему? Почему? Почему я родился мужчиной или женщиной, да? За что я родился в этой стране? И что с этим теперь делать? Ну, согласитесь, это тайна, правда? Ну, я же не выбирал, кем мне родиться. Еврей я или не еврей? Я ж не выбирал. Как говорится, помните эту историю про еврея, который проживает Холокост, и ему говорят, а что ж вы так страдаете? Не, или он кого-то спрашивает, говорит, а что мы так страдаем, еврейский народ? Он говорит, да вы ж избранные. Лучше бы он избрал кого-то другого, да, чтобы вот это вот я мог страдать. Мы не знаем ответов, почему у нас белый цвет кожи или не белый цвет кожи. Мы не выбираем, это то, что приходит в нашу жизнь. И все бы ничего, ну это такие философские вопросы, да, почему я мужчина или не женщина. Если бы мы не пришли к вопросам достаточно сложным. Например, почему в семье верующих людей рождается действительно больной ребенок? Согласитесь, да? Одно дело, ну, как бы говорить о цвете кожи, это, ну, как бы ничего не меняет, не болит, ну, в большинстве своем, да? Хотя мы понимаем, что цвет кожи в разные времена исторически он влиял на то, как сложится судьба человека. Но а что делать, если праведные люди, хорошие люди, они страдают, они переживают что-то такое тяжелое, которое просто все, кто смотрят на то, что произошло, говорят, как вообще такое возможно? Почему такой хороший человек, он переживает вот такие тяжелые обстоятельства? И мы попробуем с вами коснуться этих вопросов. Как к этому относиться? Вообще, вот действительно, как относиться к страданиям, которые приходят в жизнь людей? По нашему пониманию, возможно, они незаслуженные или заслуженные. Давайте посмотрим, что говорит Писание об этом. Иоанна, 9 глава, с 1 по 7 стих. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения.
Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Вот такая ситуация. Немножко исторического контекста. Человек этот был не просто человек-язычник, человек, который не знал Бога. Это был еврей. Вы понимаете, да? Потому что мы видим, что Иешуа, он посылает его в купальню с Силаам. И мы видим, что он, ну, как бы был не то, что отвержен обществом. Он был частью общества, он был просто нищий. Но смотрите, какая реакция была у учеников. Они увидели его и говорят: кто из них согрешил, он или его родители? Согласитесь, это проблема, правда? Кто согрешил? То есть, если согрешил, надо покаяться, и тогда, возможно, что-то изменится. Я не знаю, как он мог согрешить. Он что, выбирал, родиться ему слепым или не родиться ему слепым? Он просто родился. Вы понимаете, да? Но почему-то они вот так вот сразу решили вот так. Он согрешил. И Иешуа конкретно говорит: не он, не родители, но это произошло, потому что Бог допустил этому произойти. Ведь согласитесь, до той поры, пока Иисус бы не объяснил это ученикам, это оставалось бы тайной. Правда? И можно было бы комментировать это как угодно. И первое, что приходит ученикам сказать, это то, что это грех. Грех является причиной этой болезни. И с одной стороны, их можно понимать правильно, почему они так говорили. Потому что Второзаконие 28 глава говорит о том, что одно из наказаний за отступление от Бога является слепота. То есть, если человек отступал от Бога, одно из наказаний – это то, что слепота придет, физическая. То есть, придет какая-то физическая болезнь. И поэтому они вот так вот и говорят: ну, наверное, родители там нагрешили очень сильно, да? Бог говорит: нет. Это произошло, потому что Бог допустил, чтобы была явлена слава Божья. Мы можем сказать: ой-ой-ой, как жестоко, ой-ой-ой, какой Бог. Но послушайте, мы действительно видим, что это произошло. Возможно, в этом ответе не раскрыто все. И я уверен даже, что в этом ответе для нас, вот в том, что мы услышали от Иешуа, не полный, это не развернутый ответ. Потому что здесь нужно говорить о контексте самой жизни человека. Кем были его родители? Как он пришел на этот свет? Что происходило в их жизни, в его жизни? Может быть, они были действительно благочестивые люди? Мы не знаем. Вы понимаете, да? У Бога есть своя история с этими людьми. История, которая за пределами нашего понимания. Итак, очень легко, глядя на страдания праведного человека, сказать: он грешит. Знаете, почему легко? Потому что мы с вами легко грешим. Вы понимаете, да? Это так по-человечески, это так по-людски, но не все грешат. Вы понимаете, да? И вот такие ситуации, которые происходят, не всегда они из-за греха. Бывает нечто, что допущено Богом, и что называется тайна Божья. Тайна Божья. Давайте еще один пример посмотрим. Иоанна 5 глава, 5-14 стих. «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: „Хочешь ли быть здоров?“ Больной отвечал ему: „Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода.
Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иешуа скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иешуа встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Вот вам другая история. Мы не знаем жизни этого человека. Одно мы можем сказать: плохая это была жизнь, правда? 38 лет ты лежишь возле купальной Силам. Родственников нет. Мы понимаем, что, скорее всего, он оставленный человек. Потому что если вы были родственники, вы видели родителей, которые возле больного ребенка сидят. В больницах, например, или вот в каких-то таких тяжелых местах. Они сидят и не отступают от него. Потому что если есть хоть какая-то малейшая надежда на исцеление, на восстановление, они рядом. Вы понимаете, да? Этот человек, он лежал абсолютно никому не нужный. 38 лет, не было кого-то, кто мог бы его толкнуть в эту воду, когда сходил туда ангел, чтобы получить исцеление. Мы видим, что Иешуа прикасается к нему. Мы видим, что Иешуа говорит: «Встань, ходи», тот исцеляется. Нет какого-то проповеди, нет чего-то такого. Мы понимаем, что сам по себе человек, тоже вы понимаете, что он не ходил на служение. Он не приходил в храмы, потому что не мог. Потому что он был инвалидом, парализованным, который просто лежал. Непонятно, что он ел, непонятно, как он... Ну, вы представьте себе просто, да? Просто себе представьте на секундочку. И Иешуа находит его и говорит: «Не греши, чтобы с тобой что? Не случилось чего худшего». Здесь мы видим причину. Вы видите, да, друзья? Именно в этом случае, он не говорит о том, какой это грех, он не говорит, что было в этой жизни, но он просто говорит: «Послушай, не греши, не греши». И знаете, где он его встретил? Он встретил его в храме. В храме. Этот человек, понимая, что что-то произошло в его жизни сверхъестественное от Бога, то его жизнь фактически полностью изменилась. Он пошел в храм, в то место, где он мог находиться в присутствии Божьем, где мог принести жертву за свое очищение, где мог приблизиться к Богу. Там его находит Иешуа и говорит: «Не греши, чтобы не случилось с тобой что худшего». Иными словами, болезнь, которая мучила его, она пришла в его жизнь как следствие греха человека, как следствие неправильного хождения перед Богом. Давайте мы посмотрим еще один пример. Это Марка 9 глава 17 стиха. Довольно такой объемный кусочек, но он важен для нас. «Один из народа сказал в ответ: „Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил его ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, сотряс дух его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иешуа сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию».
Иешуа, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказал ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И вскрикнул, и сильно сотрясший его вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. Смотрите, друзья, одержимость этого мальчика выражалась как болезнь. И если бы сейчас он попал в руки простых врачей, то его бы лечили от эпилепсии, и его бы лечили от немоты. Понимаете, да? То есть без духовного развлечения эта болезнь, она была бы просто болезнью. Понимаете, да? Но в данном случае мы конкретно видим, что был некий нечистый дух, который влиял на жизнь этого мальчика. И когда Иешуа разговаривает с отцом, он говорит, это давно с ним произошло, он говорит, с детства. Он не говорит о том, что ай-яй-яй, вы там где-то грешили, наверное, идолам поклонялись, да? Он ничего не говорит, он не дает никакого такого, знаете, не дает оценки жизни ни мальчика, ни отца. Но природа этого явления, природа того, что происходило, является оккультной, является духовной. Вы понимаете, да? И мы видим, что он не мажет его брением, он не говорит какие-то вещи, не плюет ему на глаза, он просто изгоняет этого духа, и приходит свобода, приходит освобождение. И это также очень важно понимать. Мы сейчас с вами рассматриваем примеры, и мы потом придем к выводу. Следующий пример, который также для нас является очень известен и очень важен, это история Иова. Вы помните, да? Целая книга посвящена тому, что праведный человек страдает. Давайте мы, скажем так, соберем все, что мы знаем о нем. Иов – это был человек, который не был грешником. Когда мы смотрим в Писание, мы видим, что он приносил жертвы, он поклонялся Богу. Когда сатана разговаривает с Богом об Иове, то и Бог, и сатана, они признают одну важную вещь. Сатана не может ничего сделать в жизни Иова просто так. Вы понимаете, да? Ну, то есть Бог, он хвастается Иовом. Бог говорит, посмотри, какой он молодец. Он достойный мой последовательный, он достойный мой сын. И сатана, он понимает, что он не может просто так прийти и что-то сделать в его жизни. И мы знаем этот разговор, да? Сатана, он приходит и говорит, ты просто дал ему денег, ты окружил его богатством, славой, поэтому он тебе служит. Любой человек будет тебе так служить. И Бог говорит, это неправда. Ты можешь забрать это все и увидеть, что он любит меня. И мы дальше знаем те события, которые происходили. В один момент человек теряет все, теряет имущество, здоровье, семью. Послушайте, ужасно. Мы сегодня, если бы встретили Иова, как я говорил об этом раньше, мы бы, скорее всего, записали его где-то на энкаунтер. Потому что, ну извините, жизнь выглядит как просто ужас какой-то. А то, что подозрение в грехе было бы у нас у всех однозначно, то, ну, как бы однозначно, правда? Как можно вот так вот жить, процветая, преуспевая, и вдруг на тебе, те умерли, то пропало, то угнали, еще и заболел вот такой вот болезнью страшной. Послушайте, здесь мы приходим к достаточно сложному моменту. Моменту, который способен прославить Господа. Мученичество. Мученичество – это та часть, которая допускается Господом в нашу жизнь, в жизнь человека. Не за проступки, не за грехи, не из-за того, что сатана пришел просто так, знаете, и атаковал человека, но как путь, через который верующий человек может прославить Бога на сверхъестественном уровне. Это для нас неестественно прославлять Бога в страданиях.
Друзья, неестественно. Мы не любим с вами страдать, как люди. Никто, послушайте. Но тем не менее, эти страдания, они допущены в жизнь Иова как данность. И мы через эти страдания можем увидеть, что этот человек, он действительно верит в то, о чем он говорит. Своего рода это переплавка, это демонстрация силы Божьей в твоей жизни. Нам непросто вообще это понять. Ну вот реально. Хотя если мы посмотрим историю христианской церкви, если мы посмотрим историю того, как верующие люди ходили перед Богом, мы увидим, что мученичество – это была постоянная часть церкви. Это была постоянная участь верующих людей. И вы знаете, что и сейчас в наше время есть мученики, которые следуют за Господом, которые принимают решение не отворачиваться от Бога, даже проходя вот такими сложными путями. И вы знаете, что Иешуа, подготавливая своих учеников, он предупреждал их об этом. В Иоанна 15 главе 20-21 стихе мы читаем: «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Это послание к ученикам. Конечно, нам не очень приятно его читать, лучше там, где вот это вот из Марка, да, или Матфея 16 главы, будете змей там, и все, руки возложите, покорите, всех прогнете, та-та-та, тра-та-та. Но послушайте, таких мест на самом деле полно. Мученичество – это то, что было неотъемлемой частью первой мессианской общины. Мученичество рождается тогда, когда человек имеет твердую позицию, когда человек не согласен прогнуться, не согласен отречься этой позиции. Мы понимаем, что можно страдать за разные идеи, да? И мы знаем примеры действительно серьезного героизма, но в данном случае речь идет именно о страдании за позицию веры в Бога. И праведные люди страдают от тех людей, которые не знают Бога. То, что он говорит, они потому что не знают пославшего меня. И страдая за Христа, друзья, мы с вами разделяем его крест. Потому что он был тем праведником, который не заслуживал. Понимаете, да? Мы говорим о своей жизни, говорим, а чем это я заслужил? А чем это он заслужил? Вы понимаете, да? Но его действие на кресте принесло славу Богу и избавление человечеству. Его мученичество, его страдание стало ответом для нас с вами. И, в общем-то, мы легко понимаем страдания за Христа, когда мы, ну, например, мы вышли на улицу, раздаем пригласительные, да? Раздаем, такие молодцы все. И тут кто-то поворачивается и говорит: что это ты мне дал? И плюнул тебе в лицо. И ты такой: фух, страдалец, да? Вот именно я пострадал сейчас. Ну, это нормально. А давайте подумаем о другой ситуации. Верующая семья узнает о том, что у них, возможно, родится ребенок, который будет иметь, скорее всего, на много процентов какие-то физические или ментальные проблемы. И они говорят: а мы не делаем аборт, потому что мы верим, что Бог поможет нам. И происходит. Происходит вот худший вариант какой-то. Скажите, пожалуйста, что нам хочется первое сказать таким людям? Согрешили, да? То, что говорили ученики, кто согрешил? А почему не посмотреть на это, как на часть страданий, которые должны принести славу Богу? Понимаем ли мы до конца природу и цель этих страданий? Нет, это тайна.
Нам нужен некто, кто придет в нашу жизнь и должен объяснить нам, почему это происходит. Потому что мы видим, что ситуации разные, ситуации похожие, объяснения разные. Ситуации, болезнь выглядит похоже, причины разные. Друзья, это очень и очень важно. Страдать можно по-разному. И в любом случае нам не нужно делать вид, что страдания не болят, что их не существует, что, ну, как бы все нормально, расслабься. Когда больно, это больно. Вы понимаете, да? Когда неудобно, когда скорби, это скорби. Но нужно помнить, что есть то, что дается Богом, не дается сквозь силы, через силы, сверхсилы. Рома, можешь пока не играть? Чуть-чуть, спасибо. Еще раз. Есть вещи, которые мы проходим с вами. Но то, что мы проходим, оно отдается нам Богом, и оно задумано так, что не будет даваться нам через наши силы. Друзья, но нам необходимо научиться, проходя через эти долины тени смертной, проходя через эти сложности, радоваться, научиться искать Бога в этом. Потому что, вы знаете, можно так страдать, что это отвратит всех людей от тебя. Что люди не захотят тебе даже как-то помогать. Понимаете, да? Потому что ты в центр своей жизни поставишь не Бога, а свою вот эту вавку. Вот это страдание. И, возможно, вы встречали таких людей, да? Встречали, да? И вот он пережил что-то тяжелое в своей жизни. И он носится с этим. И всячески не позволяет, чтобы ее даже исцелили. Потому что он именно в этой вавке видит свою уникальность. Если она зарастает, покрывается корочкой, он ее заботливо расколупывает. Ну как же? Ведь я же. Ведь у меня же. Ведь в моей жизни. Можете ли вы понять? Вы понимаете, да? Не Бог в центре этого всего, а вот оно. А за этим оно – я. Брошенный, несчастный и так далее и тому подобное. Когда мы говорим о мученичестве, друзья, это очень серьезно. Это очень серьезно, потому что, вы знаете, история церкви рассказывает нам о периодах свободы, периодах покоя, но через какое-то время снова и снова возникали гонения. И было очень много верующих людей, которые жаждали страдать за Христа. Они не просто прятались, хотя были и таковы, но они жаждали переживать скорби. Но в центре всего этого процесса был Бог. Был Бог. Давайте обновим для себя некоторые места Писания. Иакова, 1 глава, 2, 4 стих. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И здесь вот второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные...» В оригинале там написано «испытания». «С радостью принимайте». Вы знаете, недавно я был на одном служении, и там был Борис Саулович, он рассказывал такую историю. Она очень сильно меня коснулась. Он говорит, что в начале 90-х, когда только вот Евангелие начало открываться для верующих людей, для всех здесь на Украине, говорит, мы с братьями ходили в один дом пенсионеров, ну, как
Дом престарелых, да, вот, забыл это слово. И, ну, понятно, что люди, которые по большинству своему там живут, они, ну, как бы такие вот, где-то как этот человек в купальне, да, о котором уже все, возможно, забыли, и некому прийти и перевернуть на другой бок, если нужно. И начальник этого дома престарелых, он был против, чтобы верующие приходили. И он дал указание на вахте, чтобы не пускали. Но, говорит, там была одна женщина, баптистка, такая, говорит, обычная баптистка, вот просто обычная, косынки, юбки, все, красота. Она говорила, братья, вы приходите тогда, когда я на смене, я вас всегда пускать буду. Пускай они там говорят, что хотят. Вот если не вы, то кто? Надо же, люди уходят в вечность, надо им проповедовать. И мы, говорит, старались приходить. И в какой-то момент мы приходим, а она говорит, братья, сияет вся такая, говорит, братья, говорит, меня оштрафовали, сняли 25% зарплаты моей за то, что я вас пускаю. Но вы все равно приходите. Понимаете, да? Ну, говорит, мы приходили дальше. Через месяц она говорит, братья, 50% осталось зарплаты. Но вы все равно приходите. И говорит, и такая радость от нее била, такое сияние вот этого переживания Бога внутри. И через месяц мы приходим, она еще больше радуется, как в сказке. Говорит, знаете, какая у меня зарплата была? 25 рублей. И говорит, и со мной был там человек, ну такой, который только пришел к Богу из таких, ну, состоятельных людей. И он говорит, Боже мой, я тут вредничаю, что у меня бизнес не работает, что у меня мои тысячи тут вот как бы мне не хватает. И я, говорит, эта женщина, 25 рублей, это невозможно на это прожить даже там 2 дня. Говорит, как? Ну, то есть он был просто потрясен. И говорит, она еще может радоваться во всем этом. Ну, он как-то там ее благословил, но в любом случае... Прошло какое-то время, говорит, и мы приходим снова к ней. И она говорит, просто, вот просто, аж просто сияет. Он говорит, что у вас произошло? Снова говорит. Она говорит, нет, говорит, вы не поверите. Я пришла домой, а у меня дочка заболела. И она что-то лежит, и что-то ей плохо. И все хуже и хуже. И она умирает. Приехала скорая, приехали врачи, дали свидетельство. Все, я упала на колени возле этой кровати. И не по-баптистски, как начала кричать. Говорю, Боже, ты видела мои страдания. Ты видел, Боже, что я со всех сил, в радости, хотела служить тебе и делала это. Неужели ты оставишь, мать? Детей без матери, неужели ты оставишь меня без дочери? Неужели, Боже, я не верю? И говорит, я не знаю, сколько я кричала, но дочка начала дышать, встала и ожила. Простая баптистская женщина. Не была ли она мучеником? Была, друзья. Вы понимаете, да? И здесь мы можем увидеть причину, и последствия. Причина. Я верующий, поэтому я выхожу навстречу, я делаю такие вещи. Но я еще раз говорю, что есть в нашей жизни обстоятельства, на которые мы, здесь, живя на земле, не получим ответа, почему, если только не придет явное, сверхъестественное откровение и понимание от Бога. Когда Бог возьмет и скажет, не греши больше. Это произошло, потому что вот там ты согрешил, вот тогда-то. Или когда он скажет, не переживай, это для славы моей я допустил. Когда до той поры, пока Бог не придет и не объяснит. Но послушайте, даже если этого не произойдет, мы можем быть теми, кто служит ему в радости. Сейчас много людей задает себе вопрос, почему я собирал...
всю жизнь на квартиру, я собирал на то, пришли какие-то люди, разбомбили, и я сейчас скитаюсь никому не нужный. Послушай, возможно, ты не получишь никогда ответа, но это не значит, что всю жизнь ты обречен прожить несчастным человеком, неся печать горя на себе. Мы можем быть теми, кто превозносит Бога в скорби. Мы должны быть теми, кто превозносит Бога в скорби. И я знаю, что я говорю о тяжелых вещах, но я знаю, что это часть того Евангелия, того Слова, которое Господь дал нам. Друзья, это часть того послания, которое было для первой общины, того, что нам необходимо с вами переживать, о чем нам необходимо размышлять, к чему нам необходимо стремиться. Бог должен быть в центре всего того, что происходит в нашей жизни. Имеем мы объяснение или не имеем? И есть еще одно место. 2 Тимофея, 2 глава, 8-12 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давида, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас». Иногда верующие люди что-то переживают. Может быть, тюрьмы, может быть, гонения. Потому что сатана, он ненавидит верующих людей. И он делает все, чтобы уничтожить нашу жизнь. И что-то происходит. Какие-то непонятные, вроде как, стечения обстоятельств. Какие-то люди вдруг становятся теми, кто начинает нас ненавидеть. На голом месте ты не проповедовал, ты ничего не говорил, ты просто шел. И вдруг этот человек начинает что-то говорить или делать против тебя. Ненависть. Какая-то просто сверхъестественная. Это атаки сатаны. Это то, что приходит извне. Но Павел говорит о том, что я терплю эти узы, но я через эти узы готов прославлять Господа. Итак, давайте мы сделаем вывод. Происходят тяжелые обстоятельства в нашей жизни. Почему? То, что мы видим в Писании. Потому что Бог допускает что-то для Его славы. Потому что наши страдания стали результатом нашего греха. Это вторая причина. Мы грешим, поэтому страдаем. Все очень просто на физическом уровне. Вы не лечите зубы годами, а потом страдаете. Бог здесь ни при чем. Понимаете, да? Надо просто вовремя делать правильные вещи. Вовремя одевать шапку, а не на старости. И многое-многое другое. Грех может быть причиной наших страданий. Следующее. Когда человек открывается для действия оккультизма или каких-то демонов, то, что мы читали о случае с мальчиком, когда сатана имеет открытый доступ в жизнь человека, когда он приходит и начинает строить там свои твердыни, приходят страдания в жизнь человека, рано или поздно, в разных степенях, но приходят страдания. И следующее, что мы видим, это атака сатаны. Просто грубая, неприкрытая атака сатаны. И верующий человек может переживать страдания. В любом случае, друзья, что мы можем понять для себя? С каким бы случаем ты ни столкнулся, не спеши говорить,
что ты понимаешь, что происходит. Просто из-за того, что ты видишь глазами. Подумай, как минимум поговори с этим человеком. Потому что мы не можем в каждом случае двигаться по шаблону. Иешуа так не делал. Он спрашивал. Он имел знания о человеке. Он двигался в даре развлечения. Он понимал то, что люди не понимают. Он видел то, что было сокрыто в какой-то ситуации. Не судите поспешно. Мы нигде не видим, что Иешуа приходил в каких-либо случаях и сразу начинал с того, что говорил: «Я знаю вас, ты болеешь, ты там то, потому что вот тогда-то, тогда-то». Не с этого он начинал. Он приобретал сердца людей. Ему было жалко тех, кто мучился. И поверьте, страдание это неприятно. Многие из нас пережили это в самых разных сферах. Это неприятно. И вот такие слова меньше всего хочется человеку услышать. Ему хочется понимать, что есть кто-то, кто хотя бы пытается понять его, пытается войти в его обстоятельства, пытается как-то разделить эти обстоятельства. Это этика, друзья. Если же так случилось, что вы проходите этой долиной скорби, долиной страданий, что нужно делать? Задайте себе простые вопросы. Боже, почему я страдаю? Я согрешил? Поразмышляйте об этом перед Богом. Если вы понимаете, что вы не видите греха, не придумывайте его. Не надо. Дух Святой, Он тот, кто обличает мир о грехе. И если действительно есть грех в вашей жизни, то вы должны понимать, что Дух Святой заинтересован в том, чтобы помочь вам оставить этот грех. Но есть сатана, который способен ввести вас в состояние вины, с которой вы будете жить всю жизнь и строить свою жизнь вокруг этого чувства. Не делайте этого. Помолитесь простой молитвой. Боже, если я согрешил, покажи мне, в чем мне необходимо покаяться. Может быть, я сам не вижу, пошли мне людей, которые или какие-то обстоятельства, через которые я бы мог это увидеть. Ты знаешь мое сердце, я искренне хожу перед тобой. И если не приходит ничего, оставляйте. Поразмышляйте, Боже, давал ли я доступ сатане каким-либо образом? Через оккультизм, через идолопоклонство. Если есть такие вещи, кайтесь. Кайтесь, миритесь с Богом, устраняйте причину и ожидайте, что придет победа, придет исцеление, придет изменение. Если вам сложно ответить на все эти вопросы, найдите служителя толкового. Запишитесь к нему на консультацию и поговорите о своей жизни. Поговорите, вот у меня вот это и вот это. Я вроде бы вот так помолился и вот так сделал. Может быть, я что-то не вижу, потому что оно по-прежнему меня мучает, и я беспокоюсь об этом. Возможно, нужно попоститься. Возможно, нужно поразмышлять. Возможно, служитель может задать вам какие-то вопросы, которые вы сами себе не знаете, как задать. Это нормально. Это нормально. Но всегда помните, что есть место для Божьей тайны. Есть место для Божьей тайны. Иногда Бог что-то ожидает от нас. А мы упорствуем. Помните случай с Ионой? Да?
Его страдания в чреве кита были результатом его упорства. Он не хотел исполнять Божий план для своей жизни. А Бог настолько сильно любил его и Ниневию, что он хотел, чтобы он это сделал. Вы понимаете, да? Иногда Бог допускает пережить нам что-то, потому что мы просто как дети непослушные. И мы потом, переживая это, говорим: Боже, слава Богу, лучше 3 дня в чреве кита, чем бесчисленное количество лет без тебя. Да? Богу нужно наше сердце. Мы читаем в Писании, что иногда страдания не допускались, чтобы человек не хвастался своими дарами, не хвастался своими положениями или чем-то другим. Да? Апостол Павел, он говорит: есть ангел, которому Бог допустил приносить мне страдания. Я 3 раза помолился, чтобы он отошел, но он не отходит. Поэтому я страдаю, но это, ну, как бы, да, это неприятно, но я все равно ставлю Бога в центр своей жизни. Моя миссия, моя цель не изменилась из-за того, что пришли страдания. Я по-прежнему тверд, я по-прежнему делаю то, что нужно делать. И во 2 Тимофея, 2 главе, 3 стихе мы читаем следующее. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Воин – это не просто человек, который защищается, это человек, который нападает. Поэтому боритесь, сражайтесь, ищите Господа, противостойте каким-то ситуациям или каким-то вопросам. Молитесь об исцелении, молитесь об изменении в жизни, в семье. Но делайте это с Богом. Будьте воином Иисуса Христа, а не просто одиночкой, который непонятно, что делает, зачем делает и непонятно, куда идет. Есть Божья надежда для праведного человека. Есть Божья надежда для нас с вами. Будьте теми, кто приносит поддержку людям, которые проходят тяжелые испытания. Будьте их ходатаями. Будьте теми, кто постится за них. Будьте теми, кто поддерживает их словом, делом. Друзья, мы тело. Мы члены, которые взаимодействуют друг с другом. Помогайте друг другу. Амен. Давайте мы помолимся. Святой Израилев, Ты не дремлешь и не спишь. Ты, Господи, обращаешь на нас свой взор. И одних Ты, Боже, людей проводишь по этой жизни легко. И кажется, что просто, ну, золотые они. А другие проживают эту жизнь очень сложно, Господи. И до конца мы не всегда можем понять, Боже, почему так происходит. Но мы знаем, Господи, что благодати Твоей достаточно для тех и тех. Мы знаем, что силы Твоей достаточно, Боже, проходить узкими воротами. Есть Твоя сила, Господь, взирать на Тебя, Боже, достигать большего, о чем мы даже мечтали, думали, Господь. И мы знаем, что страдания, они заканчиваются. Где-то в этом мире, где-то там вместе с Тобой, но придет конец, Господь. Дай же нам не отрекаться от Тебя в страданиях. Дай же нам, Господь, следовать за Тобой в страданиях. Дай же нам, Боже, делать Тебя центром, Боже, нашего хождения во время страданий. И если есть какие-либо грехи или причины естественные, которыми вызвано все это дело, Боже, помоги нам просто в простоте каяться и принимать Твое избавление и освобождение. А если же, Боже, нет ничего, так дай нам милости, Господь, совершать наш путь в радости пред Тобою.
в радости. Научи нас радоваться, Господи, в страданиях. Научи нас радоваться, Боже, проходя долиной тени смертной. Научи нас радоваться, Господь, следуя за Тобою. Мы сильно нуждаемся в Тебе, Боже. Научи нас нести Твой крест каждый день, без ропота, без того, чтобы обвинять кого-то другого. Научи нас в радости, Боже, взирать на Тебя и видеть избавление. Превозносим Тебя, Царь Славы, и благодарим во имя Ишуа Мессии. Аллилуйя.